Здесь на картине былина изображена, очень известная, о том, как перевелись богатыри на Святой Руси. Былина действительно известная, вам она известна? Тогда вкратце я расскажу, если вы совсем не против. На самом деле, вы знаете, что богатырей было не трое на нашей Руси. Не только знаменитые три богатыря, Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. Богатырей было больше, это и знаменитые Святогоры, Горбенко Блудович, Иван Гостиный сын, Самсон Самойлович и многие-многие другие. Богатыри занимались тем, что побеждали врагов нашей земли русской. И как-то однажды случится так, что все богатыри соберутся вместе и выяснят, что не осталось на земле русской врагов. Победили всех. Соберутся, возгордятся, что все, одолели всех, кого могли. И Алеша Попович тогда в гордыне своей вскричит: «А подавай нам силу хоть небесную, мы и с той силой справимся». Едва вымолвил, с неба спускаются две ярких звезды, принимают облик воинов небесных и вызывают богатырей на бой. Бой продлится 3 дня, 3 часа и 30 минут. А все почему? Потому что выяснили богатыри, что воин небесный бессмертен. Два воина будет изначально, и как только их разрубят, на их месте встанут четверо. Четверо встанут 8, 8, 16, и представьте, какая рать появляется за 3 дня. Богатыри тоже представили, увидели, что случилось, испугались, побежали, окаменели. Вот как раз каменных богатырей показывает Рерих. Здесь богатырь вот один уже полностью в камень обратился. Второй еще, скажем так, только в процессе. Нижняя часть уже камень, верхняя еще жива. Здесь богатырь еще даже не начал обращаться, но уже склонил голову, в ужасе закрывает уши, надеется, что его беда минует, но не повезет ему все это, к несчастью, произойдет. И все это на фоне нашего кроваво-красного из Лавского неба, хотя вот сейчас оно не очень похоже, так как раз-таки, ведь несмотря на то, что картина писалась в этой самой комнате, писалась она вечером, скорее всего. Сейчас вот день, но если вы подождете буквально, ну сколько осталось, часов 6 до заката, не больше. Если вы немножко совсем подойдете, я с удовольствием покажу вам наши закатные вечера.